Тема налогов этой осенью, пожалуй, для Саратова одна из самых болезненных. Вот в областной думе в который раз обсудили так называемую поправку Галкина. Напомню, председатель регионального комитета по управлению имуществом Олег Галкин внес в парламент законопроект о начислении налога на имущество организаций по кадастровой стоимости, а не по рыночной, как сейчас. Инициатива сразу вызвала волну возмущений, поскольку налоговая нагрузка на предприятия значительно увеличится. В очередной раз при обсуждении поправок депутаты областной думы предложили не облагать налогом некоторые виды имущества коммерческих организаций, не приносящие дохода. Например, столовые, административно-деловые помещения и спортзалы. Также по поводу нового налога высказались общественники. Они согласились с тем, что административные здания нужно освободить от платы, а также предложили вводить налог постепенно. Плавное введение этого налога, поскольку большое количество людей не информированы о том, что это будет вводиться, раз. И, во-вторых, большинство людей просто не знало, в том числе предприятий, какую кадастровую стоимость у них на сегодняшний день представляет, и от нее рассчитывается этот налог на имущество. Поэтому мы предложили ввести поэтапно с 2016 года 0,5%, затем на 2017 год 1%. Обсуждение закона еще не закончено. Все предложения будут внесены в проект, и лишь после этого его обсудят на заседании областной думы.